Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на основе, и я уже второй день подряд пытаюсь поднять 5800. Я не знаю, что не так, и рекорд у меня вот такой вот, и больше я не могу. Вот сижу на 5500, я уже перепробовал много разных колод, и тем, кому проигрывал, и с королевским гигантом, и с кладбищем он играл, и с големом в разных вариациях. Вот, ну потом, короче, решил вспомнить старое доброе, взял, вот смотрите, после поражения, думаю, а-ка возьму я сейчас голема и два принца, и как понеслось, раз победа, два победа, три победа, четыре победы, думаю, надо пилить видос, потому что ностальгия, это, ну, классные были времена, когда я с этой декой реально перебивал рекорды все свои, и у нас был очень крутой проект с этой колодой, всем зашла эта дека, блин, ну, мне в том числе, но есть, конечно, с ней проблемы, вот против трех мушкетеров, которых сейчас очень полно, очень трудно играть, это разве что брать фаербол вместо торнадо, ну, короче, неважно, хочу сейчас на видос поиграть, надеюсь, что... Не подберется мне три мушкетера. И смотрите, ребят, сегодня у нас, сегодня 31 число, сегодня я начинаю стримить Clash Royale. Я брал себе паузу, я вам говорил, что ко мне приезжали гости. И вот сегодня я запущу стрим по Clash Royale, но запущу его на канале для стримов. Ссылка на этот канал будет в описании. Подписывайтесь, приходите сегодня на стрим. И также сегодня будут результаты конкурса, на Эмодзи. Еще можешь принять участие, если не принимал участие до этого. Там я разыгрываю бесплатные паки с громовержцем, поэтому участвуй. Там всего лишь-то нужно подписаться на канал, подписаться на Инстаграм и добавить меня в друзья ВКонтакте. Сегодня будут результаты, поэтому участвуйте. И сегодня, возможно, у тебя будет шанс выиграть новые спецпаки. Там у меня 5 призовых мест, 3 из них получат спецпаки, а 2 получат по 500 гемов. Вот так вот. Участвуйте. Я условия оставлю и ссылки все в описании. Так, ладно. Ауди против нас. Ауди. Блин. Значит, а что, он забрал, да, мой сборщик? Я не заметил. На пеку похоже, да? Да, это пека. 100% пека. Так, окей, запускаем темного принца. Угу, мегамуху. Мегамуху. Валим. Так, хорошо. Торнадо используем. Прекрасно. Ты чё? Сдохни. Тихо. Опа, все нормально. Офигеть. Так, будет сложно. Против пеки будет сложно. Но надо ждать двойной эликсир. Я давно не играл с этой колоды, но я так за ней соскучился, ребят. Сегодня стрим, кстати, будет на основном аккаунте. Будем стараться поднимать 5800. Я не знаю, почему так сложно. Я вот буквально неделю назад играл, спокойно всех выигрывал. Вот, а вот за последние 5 дней просто какая-то... Не разбериха в этом глобале, я не понимаю. Ну, сложнее играть стало однозначно, не знаю. Многие, кто сидели на 5900, тот же Clash Line сейчас слился на 5500. Ну, чё так, а? Ну, почему так всегда происходит? Ну, ладно. Будем пытаться, будем сражаться, будем подбирать колоды на стриме. Так, ставим голема. Я, возможно, приглашу в Дискорд, чтобы было веселее. Ночную Фурию или еще кого-то. Фурия сейчас на 6600 сидит. Я думаю, ему есть что подсказать мне. Ну, он слава играет. Так, ну что, вот он пека, давайте. Первый принц пошел, второй принц пошел. В принципе, у него только Poison, да, получается. Поэтому Poison меня не дефает. Это если бы я с Ночной Ведьмой играл, тогда да. Тогда еще было бы, да, сложно. А так... Что у нас тут? Poison принцев не дефит, хотя что-то они все сдохли. Лол. Так, камон, вы чё? Принцы, живите, братцы, живите. Отлично, ставим голема, смотрите. Просто вечная колода. Видите, да, что ужас какой происходит. Вообще соперник такой думает, чё я не так делаю в этой жизни. Так, ну тут разряд, потому что таранчик, походу, дойдет к вышке, доходит. Ну ладно, ничего, бывает. Смотрите, сейчас самое главное, это пека. Убрать пеку надо. Смотрите, убираем пеку подальше. Пошла вон отсюда. Все нормально. Все, голем, давай, разноси там все в пух и прах. Победа, друзья мои. 5500 вернули. Пока что хорошо, плюс 28 кубков, опять же... Ага. Почти 5500. Опять же, повторюсь, если бы я играл с Ночной Ведьмой, с дровосеком, колодой, до этого, которая была, она бы меня законтрила. Чё там, он кидает Poison, а у меня дракончик, ведьма, мегамуха, это все на Poison умирает. Там плюс разряд или еще что-то. Это все, голем идет голый, можно сказать. А тут два таких нормальных мужика за ним идут, которых даже ракета не законтрить. То есть, ну... Прикольно. Ну, опять же, против разных колод. Вот прикольно, да, против там
пеки, против мортиры классно. Хотя не всегда. Против арбалета сложно бывает. Против быстрого хога бывает сложно. Не, вообще сложно против всех скилловых игроков. Неважно, какая дека. Так. Это на кладбище похоже, друзья. Жаль, у нас вначале не было сборщика. Ну, нормально, гиганта уничтожили. Так, сейчас уничтожаем молния, вау. Но это он, мне кажется, зря, ребят. Мне кажется, он зря это. Так, дракончик, потому что, ну, не знаю, что-то мы урона не нанесли. Ставим сборщик. Хорошо, что он слил молнию. И хорошо, что я теперь знаю, какая у него карта. Но на самом деле плохо, что молния. Молния все-таки похуже фаербола и пойзена. Для меня, в моем случае. Ну, посмотрим. Я думаю, что проблем не будет. Уже начало неплохое. Я сборщик поставил, а когда... О, пламенный дракон. Ага, пламенный дракон, это, конечно, неприятно. Так, будет какая-то атака или не будет? Блин, я думал, не будет атаки. О, вот это я затупил. Вот это я затупил. А, надо... Тихо, надо дефать. Отлично, фух. Если бы я сейчас не задефал пламенного дракона, это было бы ГГ. Нет, все нормально, все прекрасно. Смотрите, ему сейчас... Он захочет молнию, мне кажется, потратить. Он захочет ее потратить, потому что... Так, блин, а че гигант такой деловой, а? Вообще охренел. Вот эликсира чуть-чуть не хватает, смотрите. Так, делаем вот так. Торнадо, оп. Просто обожаю эту деку. Я просто обожаю. Ну что он мне сделает, бедолага? Бедный парень, я в шоке. Ну слушайте, я буду накидывать и накидывать юнитов. Смотрите, даже валькирия не задефала. Давай, сливай молнию. Ты не задефаешься, брат. Ну окей, я ставлю голема, я пойду на три короны. Я наглый, я знаю, но я пойду на три короны. Я и сейчас не заберу там три короны. Ребят, я не знаю, дека монстр. Но опять же, сейчас пока на 5500 еще тут плюс-минус, а вот дальше будет, возможно, не так легко. Ну ладно, давайте последнюю завершающую каточку. Соскучился за этой колодой безумно вообще. Поехали, последний бой. Вот самое главное, лишь бы мне не подбирались три мушкетера. Если это как только начнут они мне подбираться, все, это ГГВП. Это ГГВП. Так, а ну освещение чуть добавить. Вот так вот получше. Так, вот еще цикл, да, в этой колоде решает очень сильно. Вначале сборщика не было, торнадо не было. Так, готовим сейчас разряд. Громовержец. Это что, спека, что ли, колода? Бревно, ну, неплохо. Похоже, да, похоже. Блин, у меня до сих пор торнадо нет. Так, ладно. Дракон. Пу-пу-пу-пум. Хорошо. Дракон же сагрится на рыцаря, или не знаете? Нет. Ну ладно, поставим сборщик. Сейчас на хога у меня есть торнадо. Он фаербол кинет, скорее всего. Давно не играл с торнадо, разучился уже, короче. Хотя почему давно, я же предыдущая дека тоже была с торнадо. Ну видите, да, начало охеренное. У меня уже 1500 хп осталось. Я сборщик не поставил, урон не нанес. Вот что вам значит, да, цикл вот в начале. Ладно, смотрите, забиваем на левую сторону. Полностью, наверное, забиваем. И сейчас просто дамажим. О, так, стоп. Не понял. А, инферно. Прикольно. Так. Значит, не забиваем еще, потому что я эту вышку еще не заберу. Эть! Тычку сделал, падла. Ага. Блин, и гром у него есть, и все у него есть, короче. Ну, это тут, короче, на поражение похоже, да, ребятки? Очень похоже на поражение. Ставим последний сборщик эликсира. Слева вышку мы не дефаем уже абсолютно, да, наверное. Но он ее все равно хоть так забирает. Хотя нет, подождите. Так ему еще хога надо будет выбросить. Так, ну что, вот сейчас двойной эликсир. Но я себя плохо чувствую. То есть принца слил, эликсира нету. Но дефать хога однозначно уже не буду. Пу-пу-пу-пум. Второго принца у меня нету. Блин. Так, ладно, мега-муха. Так, здесь принц. Вот, я докрутился до второго принца. 35 секунд. Но это сейчас за один заход надо как-то снести его. Я не знаю, как. Как это будет сейчас происходить, но надо попробовать. Так, хорошо. Минус этот принц. Так, хорошо. Разбежались все. О, пошло дело. Но мало времени. Если успею, конечно.
Давай, 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 голем, взрывайся. Отлично, сносим, сносим. Да нифига себе, блин. Еще может эта колода что-то. Смотрите, как у соперника-то пригорает. Блин, двойной эликсир, ребят. Двойной эликсир, вот вам колода. Ну, мне кажется, с пушкой бы колода 2.6 бы меня выиграла. Ну, то есть там быстрее цикл крутится, с инферно нет. С инферно, видим, на двойном эликсире она не тащит инферно. Так, просто дело в том, что фаербол не дефает мою атаку. Он никак, он только мегаминьона, да, там убивает. Так, бревно хорошее, кстати. Так, всех подтягиваем. Здесь торнадо. Смотрите, как четенько все. Голем живет. Голем, живи. Голем сдохнет, ладно, ничего страшного. Два принца на карте. Дракончик, там сейчас будет... Да как все, пацаны, трешка. Ну это ж трешка. Я не знаю, мне кажется, эта колода вечная. Ее трудно контрить, ее трудно контрить. Она у меня всегда на черный день лежит. Я вот ее не беру, потому что, ну, хочу научиться с разными деками. Вот там, с Мартирой хочется, с Хогом научиться. Давайте Magic Chess откроем. Сейчас будет Лего, смотрите. Опа, мимо. О, следующий сундук прикольный. В общем, ребятки, честно, ностальгия ужасная по этой колоде. Я соскучился и, блин, как приятно с ней выигрывать. Я ни одного поединка, как я взял, еще не проиграл. Ну, до того времени, пока мне не начнут подбираться контрдеки. В общем, подпишитесь сейчас на мой канал, подпишитесь на канал для стримов. Жду вас сегодня вечером на стриме. Будем выбирать победителей и будем сегодня поднимать кубки. Я за вами соскучился, жду вас всех. Удачи и до скорых встреч. Увидимся вечером. Чао.